Давненько мы не заходили в фикс-прайс, поэтому сделаю сейчас небольшой обзор. Как мы можем уже наблюдать, здесь есть товар к Новому году. Такой вот милый ангелочек, елочки, различные наклейки. Дедушки Мороза статуэточки. И даже вот такая вот какая-то непонятная задумка. Шары. А, это шары на елку. Вот это просто великолепно. А вот и хрюшка. Символ следующего года. Девочка с светящимся шаром. Новогодний хрю-хрю. Да. Классная свинка, смотрите. Ой, она такая милая, она тяжелая. Стекло же. Да, супер просто. И вот все такое милое-милое. Елка электрическая с подсветкой. Мишура. Ой, вот уже все падает фактически в руки. Дождик. И даже елка, смотрите, вот елочка. И вот такие декоративные маленькие елочки. А вот и первый снег. Он еще увеличивается в объеме. Достаточно интересно. Шапочки с пайетками. Что-то новое. А также, смотрите, есть вот такие вот конфетные наборы. Вот здесь мы можем заглянуть вовнутрь, поскольку кто-то уже раскрыл. Там лежат конфеты, явно не сосалки обычные. Леденцы. Хотя по цене непонятно, сколько электрогирлянды. Стоит. Цены не вижу. Ну, здесь, например, 99 рублей. Я думаю, это что-то около 199 рублей. Да. А, ну ты вот. Права. Так и есть. Коробочки очень красивые. Ну, некоторые уже были. Не новость. Разбито. Как жалко. Прям очень-очень красиво. Тут внутри еще игрушка елочная. И также, смотрите, копилка-свинка. Тоже очень символично. А, да, и снова же письма Деду Морозу. Конвертики. Шикарный подсвечник. Свечи. Клубничка очень-очень круто пахнет. И, представляете, свеча с маком. Она пахнет просто шедеврально. Такой, ну, приятный аромат мака. Набор наклеек. Смотрите, как красиво. Очень здорово. Можно еще использовать для дизайна ногтей, например. Да, что? Вот, тоже очень красиво. И вот такие вот интересные подарочные пакеты. Качественные, хорошие. Два варианта я тут вижу. У него спицы такой, не хочешь взять? Он... Что? Звездочки. Смотрите, как много шариков. Мини. Написано, что это водные бомбочки. Это не шарики, смотрите. Специально они такие маленькие продаются для того, чтобы делать водные бомбочки. Они используют что-то другое, неправильное для этой цели. Немного пройдемся по косметике. Знахарь. Сегодня очень много народу, поэтому довольно шумно в магазине. Food cream. Знаю, что Green Mama заключила контракт с Fixed Price, и здесь можно найти их товары. Но в данный момент я их не вижу. Ну, тут я тут встречала, но их должно быть много, а тут сейчас даже ни одного не представлено. Ноль. Да, зато смотрите, что появилось. Вот это вот я вообще просто в шоке. Я сейчас обязательно схвачу Аквабаланс. Раствор морской воды, алоэ. Обалдеть, 99 рублей. Книги. Маму заинтересовала. Читаю.
Нора Робертс. Кто это у нас? Смотрите, какая красивая игрушка. Животный мир, да. Это кошалот. Хотя, не, ну посадки-то морды заостренные, блин, и вытянутые, а не это. Вот такие роботы классные. Трансформеры. Офигенские, берем сюда есть. О, комарик. Комарик. Это что у нас? Какая интересная игра, что это? Кайман. Пишите, кто знает, что это за игра вообще такая. Или вот можно... А, кассовый аппарат, я думала, телефон какой-то. Поиграйте с детьми. Здорово. Ух, какая Золушка милая. Цепляющиеся шарики. Какие киски очаровательные. Бабочки. Здесь так прям небрежно как-то свалены все блокнотики в разнобой. Ой, да дотянусь до этого мохнатого, плюшевого. А вот, вот это тоже хорошая шутка. Класс вообще. Еж и кактус. Как будто книга. Песок. Кинетический? Ну, типа. Ну да, он слегка такой вязкий. Какие интересные складные наушники. Тоже новинка на велосипед зеркало. Клавиатура цифровая, проводная. Занятно. Как вы думаете, конечно, что это? Конечно, для нас никто не заметит. Муляж камеры для наблюдения. Ну, в принципе, сойдет. Ну, люди, кто ловит, например, так вот, опа, камера, все. Не, ну... А, можешь показать? Как чего? Ну, а, где? Чтобы посмотреть. Вот, видишь, там типа лазер красный светится, что ли? Сюда ну, то есть батарейка нужна. Сенсорная, да. Ну, да, забавно. Интересно. Еще звуковая эта штука какая-то есть. Забавно. Да показывай Сумецу. Сказала, говорит, смотри, какая. Вот. Какая, ну нормальная такая. Самый лоб дошла. Прям для него я на другую, короче, отправить подарок. Это что такое? Блок для йоги. Вот такой мягкий. Аппарат для маникюра. О, интересная штука. Три фрезы для придания формы ногтям, для удаления кутикулы, а для полировки ногтевой пластины. Массажерчик. Вот эта вот сумка прикольная, маленькая. Бассейн такой удобно брать. О, а это вообще даже милая. Ой. Что-то все падает. Ну, вот это класс, да. А это что? Косметичка? А, Necessary. Что упал? Что тут у нас из зимних вещей, из зимней одежды? Угу. Чудо шарфиков не видно. Мы думали шарфик взять. Где? А вот, нет, тут шапочки. Они все скользкие. Где ты видишь шарф? Вот, вот же. Это разве не... Лен, вот. Свитер? Ну, а что? Что-то, ну, потеплее есть. Это же явно не зимний вариант. Понятно. Перчаточки милые, варежки. Это мы с вами уже видели. Смотрите, какое жуткое оформление. Такая плитка ассоциируется с чем-то негативным. Мраморная. Жуть. А вот это симпатично. Тут у нас набор, чашка с блюдцем. Да, ничего. Так. Угу, тоже здорово. Ну, это классно. Я так любила раньше, ну, когда Димон маленький был, покупать ему такие маленькие чашечки. Они такие милые все. Ну, жутко же. Как какой-то, не знаю, надгробный памятник. Или стены в морге. Ну, жутко выглядит вообще. Серьезно, я думаю, плохое решение. Если дракула, то очень даже не... Ой, да. Печенье сдобное, медовое, начинка клубника. Вот это задумка.
вкусится. Что-то много. Динозаврики, в общем, резиновые и жвачки. А, в смысле, а где динозаврики? Вон, видишь, яйцо там. Нет, покажи. Вон пластиковая штука. А, игрушка, ну да, интересно. Фруктовый ягодный микс. Можно посмотреть. Собери коллекцию. Тут уже кто-то достал, судя по всему. Вот да. Варвары. Есть такое дело. О, вкусняшка. Ну-ка возьми ломтишку. Вкусняшку. А может возьмем, попробуем вот это? Да, можно. Появились вот такие вот новинки. Слушайте, здорово. Пшикалки. Это стакан для зубных щеток. Видите, как здорово. И всего лишь за 55 рублей. Так классно. Вот. А это что у нас за блюдце? Мыльница. Слушайте, класс. Такая красивая. Вот тут подходит такой дизайн. А это, соответственно, ну, я так понимаю, тоже стакан. Стакан так и называется. И вот всякие ароматизаторы.